Вот, практически в полчаса от трассы зашли в самые замечательные места. Короче, дятел. Это музыку Вивальди. Под музыку Вивальди. Под вьюгу за окном. Печалиться давайте. Печалиться давайте. За это и за то. И стало очень ясно. Понятно. Прекрасно, что жизнь вообще опасна, вполне дает воды. Да после восхождения не выпили пока. И стало вдруг так ясно. Почти с близкого расстояния кружу Паш. И все дороги ведущие вверх от ней. Смотри, однако другая чуть-чуть дорога. Маленькая лошадка. Ну, во всяком случае, они никого не слушаются. Дикие очень. Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать. Лучше прерий места в мире не найти. О, вара-вара-вара! Если солнце не печет, и лошадка не трясет, и пивные попадаются в пути. Эй-йо! Если только конь хороший у ковбоя. Ха-ха, эй-йоу. А всегда найдет он счастье свое. А по левую руку совсем другая жизнь. Другие миры. Топали. Лошади. Я ее сложу свою на трамвайную я колею. Пусть колесо трамвая обнимет печаль мою. Получается, мы на северной Демерджи, да? Это уже называется «Спасти Тальке». «Почти Тальке»? Ну да. Ну. Вот с этой развилки мы пошли
Не в сторону Зальте, а в сторону, в конечном счете, перевального. Где-то мы так ушли с дороги. Вот, сейчас ничего не написано. Вот, но зато есть домик. Шикарный. Ну, все. А мы себе на сокращеночку. Перевальная.